Сотрудники Красногорской городской службы отправляются в водную экспедицию. И не активного отдыха ради. Такая у них работа. Речная заводь у 17-го дома на Павшинском бульваре больше напоминает плавучую свалку. На Москве-реке в пределах округа этот участок уже традиционно один из самых загрязненных. В прошлом году в вынужденное плавание для сбора мусора сотрудники КГС отправлялись 4 раза. Диван доставали. То есть жители бросают практически все в воду. Начиная от пластиковых стаканов, бутылок, пивных банок, урны бросают в воду, скамейки бросают в воду. В этом году еще не доставали, в прошлом году доставали очень много урн и скамеек. В этот день улов не такой богатый. Ветки, палки, их обожают кидать в воду дети и бытовой мусор. Это уже скорее заслуга взрослых. Чтобы собрать это богатство, рабочим требуется 4-5 часов. Но не трата времени беспокоит КГС. Хотелось бы попросить жителей и гостей не бросать мусор в воду, так как это нарушает экологию. И разлагающийся мусор на дне воды приводит к гибели рыбы и птиц. Но незавидная участь живности, похоже, волнует немногих. Такую же картину можно наблюдать и на еще одном проблемном участке Москвы-реки. Регулярную очистку русла от мусора сотрудникам КГС приходится проводить и у дома 46 по Красногорскому бульвару.